Доброго времени суток, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой личный видеоблог в YouTube. С вами Таль Шахар. Персональное спасибо тем, кто является подписчиками моего канала. Если вы не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. Едва вернувшись с Мертвого моря, я решил проверить почту и обнаружил очень много комментариев. Комментарии некоего Николая Голдина. Но заходя на комментарий первый, вижу под своим видеороликом такой вот коммент. Это выход из кризиса. Меркурий уже работает в более 20 странах. Это проектом... Окей, давайте посмотрим дальше. Еще один ролик. Это выход из кризиса. Смотрите. Это выход из кризиса. Это совсем уже другой, третий ролик. Четвертый ролик. Это выход из кризиса. Это выход из кризиса. Это выход из кризиса. Вот так вот ненормальные люди. Где этот у нас Николай Голдин? Вот он. Это выход из кризиса. Меркурий работает уже 20 лет проектом, который работает. Это проектом, который приносит людям, в частности, мне постоянный доход 0,8 ежедневно, 140 в год. Выплаты каждую неделю. Уважаемый обезбашенный Николай Голдин. Если вы работаете в замечательном проекте, то найдите себе способ рекрутировать людей самостоятельно, а не, простите, шариться по чужим роликам и пиариться за счет чужих каналов. Николай Голдин. Видео. Даже что-то не видно у него тут. Ни видео, не найдено фотографий. Ничего у него нет и никого у него нет. Хотя есть YouTube-канал. Подписчиков ноль. Видео понравившееся. Вот видно, что парень замечательно помешанный на пирамидке. Они, впрочем, этого и не отрицают сами. Под названием Меркурий. Но решил развивать свой бизнес почему-то за мой счет. Смешно, правда? Какое мнение я смогу оставить об этом Меркурии, если оголтелые болваны пытаются делать это за мой счет? Удачи, друзья! Делайте вывод сами.